В этом санатории теперь работает Ксения Имахова. Она уехала из Москвы, из самой лучшей клиники Москвы, это НПЦ Солнцева. Она там несколько лет проработала педиатром. Но у нее еще и гематологическое образование и масса других. И она сюда приехала специально, чтобы отработать программу профилактического курортного отдыха для профилактики детей Москвы и Московской области. Поэтому, если вы приедете сюда со своими детьми, вам будет очень тщательное обследование и очень тщательные занятия для того, чтобы действительно видеть эффект и получить этот эффект. Поэтому ждем вам здесь в гости. Вот какой санаторий. Потихонечку я вам покажу и другие объекты, которые мы уже предлагаем для использования, для отдыха, где эта же программа и эти же люди вот с таким же качественным будут вас встречать и обслуживать. Спасибо за внимание.